В Рязани обсудили текущие вопросы развития дорожной отрасли. С журналистами общался заместитель председателя регионального правительства Шаукат Ахметов. 3 600 000 000 рублей. Именно столько в итоге потратят на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог в этом году. В целом сумма соответствует уровню прошлого года. Несмотря на то, что работы начали позже обычного, закончат их в срок. Самый сложный объект для нас, это капитальный ремонт моста через реку Павловка на Московском шоссе. Вот сегодня только утром я совместно с строителями там проводил совещание, смотрели, как ведутся работы. И сегодня еще раз могу с уверенностью сказать, что до 1 сентября движение по всей ширине этого моста будет открыто. Также в ближайшее время будет открыта развязка на 184-м километре трассы М5. Транспортный узел у села Шумыш в ноябре введен в эксплуатацию, обход сел Кирец и Сушки. В текущем году мы приступим к строительству транспортной развязки на пересечении улицы Михайловское шоссе и федеральной дороги. По завершению строительства этой транспортной развязки уже будем переходить к строительству транспортной развязки на пересечении Ряжского шоссе и федеральной трассы. По словам зампреда, действующая система контроля за результатами и качеством выполненного ремонта уже практически полностью исключает случаи халтурного отношения со стороны подрядчиков. Этому способствуют и 5-летние гарантийные обязательства.